Всем привет! Сегодня мы делаем распаковку видеорекордера Avermedia Game Capture HD, которая предназначена для высококачественной записи игрового процесса с консолей PlayStation 3, Xbox 360 и Nintendo Wii. В комплект поставки входят видеорекордер, внешний адаптер питания со съемной вилкой, пульт дистанционного управления, инструкция по эксплуатации, аналоговый стерео-аудиокабель, высококачественный компонентный видеокабель и универсальный кабель-переходник для подключения к приставкам. Оборотная сторона упаковки позволяет ознакомиться с перечнем основных возможностей видеорекордера. Одним из достоинств Game Capture HD является его возможность автономной работы без персонального компьютера. Высокая аппаратная производительность позволяет вести запись игры в режиме реального времени. Кроме того, с помощью данного устройства можно воспроизводить записанные видеоролики, а также делать скриншоты интересных моментов в игре. Поддержка записи видео высокой четкости идеально подходит для загрузки на YouTube видео высокого качества. Как видно, внутри упаковки все аккуратно разложено по секциям. Сверху, в отдельном отсеке, находится сам видеорекордер, а сбоку и ниже аккуратно упакованы все остальные элементы. Видеорекордер Avermedia Game Capture HD выполнен в виде небольшого прямоугольного блока со скругленными гранями. Он занимает совсем немного места, что позволяет размещать его практически в любом месте. Поставляемые вместе с приставкой элементы позволят вам избежать дополнительных расходов. Вам лишь потребуется установить собственный накопитель для сохранения видеозаписей. Avermedia Game Capture HD поддерживает сохранение данных на накопитель на жестких дисках, а также на USB флеш, что представляется весьма удобной функцией. Порт USB 2.0 расположен на лицевой стороне устройства, что удобно для подключения внешних носителей, и пользователю не придется лезть на заднюю панель, где расположены остальные интерфейсы. Внешний адаптер питания преобразовывает сетевое напряжение в 12 вольт. Пульт дистанционного управления позволяет одним движением руки начать запись или сделать скриншот. Питается пульт от двух батареек типа 3А, которые поставляются вместе с видеорекордером. На тыльной стороне располагаются входные и выходные аудио-видео интерфейсы. Здесь же находится небольшой разъем для адаптера питания устройств. В нижней части корпуса предусмотрен отсек для жесткого диска форм-фактора 2,5 дюйма и интерфейсом SATA высотой 9,5 и 12,5 мм, работающего с файловыми системами NTFS либо FAT32. Процесс монтажа накопителя на жестких дисках совсем не сложен и не занимает много времени, а также не требует наличия каких-либо специальных инструментов и навыков. Avermedia Game Capture HD ведет запись в файл единственного формата — это контейнер AVI и кодек H264. Верхний ряд штекеров предназначен для вывода сигнала на телевизор или монитор, обладающими компонентами-входами. Соответственно, нижний ряд предназначен для подключения универсального компонентного кабеля. Здесь же отдельно располагается разъем для подключения адаптера питания. Установка и настройка видеорекордера занимает не более 5 минут. Отдельно стоит подчеркнуть, что видеорекордер Game Capture HD обеспечивает высокое качество видео при экономии места на устройстве хранения информации. Качество захватываемой видеокартинки является очень высоким и, без сомнения, будет удовлетворять требованиям как любителей игр, так и истинных геймеров. Сложив все плюсы, можем сказать, что с устройством захвата видео Avermedia Game Capture HD будет совсем несложно похвастаться перед друзьями лучшими моментами прохождения очередной консольной игры. Спасибо за внимание, пока!